решающей битве после двух хитов серебряным призером и этапа, и этого сезона стал дебютант ДТСЧП 2023 года пилот команды Carvel Racing. Буквально в шаге от заветной высшей ступени, но тем не менее вице-чемпион российской дрифт-серии Гран-при Антон Козлов. Тем не менее, это исторический дебют, вне всякого сомнения, это исторический сезон, это история, генерирующая Антон Новиков, а судья дрифта и вице-чемпион РД Запад, который поднимается сюда с кубком за второе место. Медаль на шее Антона Козлова. Ваши аплодисменты в адрес вице-чемпиона ДСЧП 2023 года.